промежуточному отрезку Енисей подошел, занимая в таблице место в зоне стыковых матчей. В заключительной игре первого круга была добыта первая волевая победа в чемпионате. К матчу с «Динамо» из-за отсутствия в данное время естественного газона в Красноярске, на котором придется играть матч в Москве, Енисей проводит тренировки в манеже на искусственном поле. Никита Чернов, арендованный у ЦСКА, и чемпионаты. В чемпионатах России Енисей и «Динамо» встречались лишь однажды. В игре первого круга была зафиксирована нулевая ничья. Наша команда сразится с лидером чемпионата, уверенно возглавляющим таблицу, в эту субботу, 5 ноября. Смотрите трансляцию на канале «Наш спорт» 20:00 по красноярскому времени. На каждую игру едем побеждать, и эта игра не исключение. Так что мы едем за победой.